King and will not be. Всем привет, друзья! С вами Спикер и Альф Патруль. Итак, друзья, сегодня у нас новое спецзадание. Освободить полицейский участок. Его захватили бандиты и нужно освободить. А вот те самые террористы. Ух, походу уже даже какая-то блокада есть. Хорошо, вижу трамплишку, может быть на трамплишку. И прям туда. Сколько тут террористов? Обалдеть. Так, вижу, есть на крыше. Есть ребята с РПГ, довольно опасным. Тут тоже на крыше есть. И также на полицейском участке. Лос-Сантос, полиция захвачена. Да, нужно будет освободить, и наш Альф-патруль будет сегодня просто в деле. Жесткая перестрелка нас ждет. Хорошо, нужно как-то обойти. Даже не знаю, можно пойти уже на правом, а можно обойти из фланга. Так, вижу, какой-то есть проходик у нас с правой стороны. Да, там можно, если что, будет пройти. Конечно, можно по другому сценарию, но сегодня, наверное, пойдем мы просто направо. Хорошо, сообщай наземной группе, и, ребята, давайте загружаемся в машину и уже отправляемся. Итак, ребята, по машинам. Будем наказывать преступность Лос-Сантоса. У нас специальный есть бронированный грузовичок, и поедем на нем уже. Так, загрузился только один мой напарник, а другая наземная группа пошла пешком. Хорошо, поедем уже через трамплишку, взорвем бочки и начнется адская перестрелка. Ребята, вам удачи. И нам тоже удача. Если что, конечно, будем вызвать еще подкрепление. И, конечно же, еще если нам будет. Трамплишка должна быть прям по курсу. Если не ошибаюсь. Да, вижу трамплишку. И так, нужно одним выстрелом сделать уже большой бабах. Взорвать бочку. И начнется перестрелка. Ух ты, да, перелетели. Хорош выстрел. Припарковаться нужно будет поближе на здание, чтобы нас не обошли с фланга. Так, тебе задавим. Ох, тебя жестко задавим. Жестко, выходим, напарник. Выходим и наказываем преступность Лос-Сантоса. Так, бочки еще не взорвали. Сейчас поможем побыстрее. Так, еще один, еще один. Ух, вот это да. Так, вижу, один зашкирился. Нужно будет снять его. И прям головешку. Он готов. Да, он готов. Сделаем перезарядку и оценим ситуацию. Что у нас есть? У нас никого нету. Ну, практически никого. Хорошо, развиваем еще больше. Побольше подкреплением. И, ребята, прикрываем друг друга, а я прикрою вас, если что. Ох ты, да, начинается заварушка. А вот прям залпом, ух, жесть, сколько их тут. Так, вижу чувака возле стенки. Сейчас кинем гренку. Ох, походу, РПГ прилетело. Ребята, вы живы? Нет, походу, не живы. Ух, просто в трупняк уже. Ребята, прикрою. Так, с РПГ нужно снять. Его сняли уже. РПГ больше нету. Я прикрываю вас. Ребята, идем в атаку. Так, жертва есть уже. Один убитый уже. Походу уже второй. Даже третий убитый. Их тут слишком много. Ребята, реально уже все полегли. Так, я вас прикрою. Я уже не пойду на рожом. Остался еще один. Остался последний, и он мертвый. Ребята, реально все мертвы уже. Их просто берут и добивают даже. Это полная жестокость, но будет, надо снять сверху. Так, одного сняли. И снимем, наверное, второго. Так, вижу, снизу есть. Хорошо, снимаем одним выстрелом. Оп, готов. Это просто снайперский выстрел. Хорошо, наверное, вызываем еще побольше, я даже не знаю. Мы, наверное, один не пройдем здесь. Ребятам нужна подмога. Главное не стоять на месте, а главное нужно идти дальше и дальше, двигаться. А тут у нас просто всех перестреляют на этом месте. Так, вижу снизу, прям по ногам, прям по ногам и в мордашку, он готов. Так, давайте прикрывать меня слева, я пойду справа, наверное. Их тут слишком много, главное нужно прикрывать, наверное, с крыши. На крышах тоже есть.
Так, справа стороны не вижу. А нет, вижу. Кинем прям гренку, да. Прям гренку. Ребята, чуть подальше от машины. Так, он готов. Так, вижу, кажется, на крыше есть кто-то я. С левой стороны. Хорошо, ребята, прикроют, и я, наверное, пойду с левой стороны. Ух ты, да, там жарко. Так, вижу, зашкиривается прямо за машиной. С помощью РПГшки будем выкуривать его. Ух ты, да, его там больше нету, это точно. Это было круто, можно даже еще использовать. Так, вижу еще одного чувака. Чуть подальше. Пошла еще одна РПГ. Это будет больно, чувак. Ух ты, да, это чертовски больно. Так, в нашу сторону РПГ, походу, ответку. Мы успели убежать. Мы успели убежать подальше. Так, мы тоже делаем ответку, наверное. Какой именно, я даже не знаю. Нет, походу, не того я снял. Жесть, а где наша бригада? Походу, нашу бригаду все уничтожили. Сколько трупов, сколько смертей. Мне все-таки остались парочку. Там, походу, новая волна идет. Их там слишком много. Так, в укрытие. Я прикрою с правой стороны, ребята, прикрывайте меня слева. Потому что я не вижу, что происходит именно слева. Жесть, сколько их тут-то? Там прям в голову хороший выстрел. И, наверное, парочку гренок, да? Их там слишком много. Я просто реально не справляюсь со всеми. В голову выстрел. Окейшки, готово. Гирис, мы будем прикрывать, даже не знаю. Возьмем пулемет уже и пулеметом покроем. Побольше свинца уже. Ух ты, да, перезарядку сделаем. У нас, походу, уже больше никого нет. Да, напарников больше нет. О, сколько крови. Они идут уже в атаку. Так, мы хорошо сняли. Просто вплотную с помощью пулемета. Это было больно, чувак. Это точно. Так, остался еще один. И он уже готов. Так, идут слева. Слева идут. Ребята идут слева. Мне нужно вызвать побольше. О, жесть, сколько их тут-то. Они уже пошли реально в атаку, пытаются нас просто уничтожить. Так, он готов, меня прессует, меня жестко прессует. Так, хорошо, вызываю, наверное, побольше сватом. Ребята, прикрывайте меня. Так, сделали семерых. О, кишки, подходи поближе. О, как вы сняли быстренько. Просто 7 стволов в одну харю. Так, он готов. Там реально нового, обалдеть. Сколько взрывов, сколько трупов-то. Так, вижу, сверху есть. Ну-ка, ребят, держи РПГ, их вас слишком много там. Сейчас будет чуток поменьше. Так, вижу, на крыше есть. На крыше я прикрою. Ух ты, да. Там просто реально война начинается. Так, сверху я, конечно, прикрою. Он готов. Так, вот с правой стороны на крыше. Я не смогу прикрыть. Я нахожусь с правой стороны. Так, меня прессуют. Реально прессуют там с помощью РПГ. Так, ребята, пошли уже в атаку. Идем тоже в атаку. А где-то был у нас на крыше. Так, его ранили. Там на помощь пришел. Так, его сняли, мы его добьем. Сверху дробовик был. Так, мы сняли. И есть еще на крышку там. С помощью РПГ будем выкуривать его туда. Итак, хороший выстрел. Так, ребята, прикройте, пока буду его выкуривать. Вы мне прикрываете. Походу мимо. РПГ просто пролетел мимо. Давай-ка еще одно. Оп, да. Его, походу, там больше нет уже. Хорошо, двигаемся дальше. Добиваем уже раненых. Не берем никого в живых. Убиваем всех. Сколько трупов-то? Так, где-то на крыше есть еще. Кто-то, походу, был на крыше. Его сняли уже. Двигаемся дальше. И вот наш полицейский участок. Мы уже практически дошли до него. Нужно будет еще войти в него и добраться до самой крыши. Очистить полностью от всех бандитов. Так, тут чисто у нас. Тут уже чисто. Ребята, двигаемся дальше. Ух ты, жесть, сколько их там. Они бегут в нашу сторону. Так, ребят, больше нет никого. Больше нет никого. Будем, наверное, вызывать еще побольше что-то. Ребята, выходим. Так, в другую сторону развернитесь. Так, наверное, пойдем раз флангом. С левой стороны можно обойти. Их там слишком много. Так, нужно найти укрытие. Ребята, прикройте меня с правой стороны. Их там слишком много. Нужно взять РПГ и маленько снять. Это было больно, чувак, это точно. Меня как-то слишком прессует, подавляет. Так, можно добить его. Так, он готов. И осталось, кажется, еще парочка. Так, им гренку прям дам. Там, скажется, двое были. Так, идем в атаку.
Ребята, прикрывайте, они просто стоят на месте, их просто расстреляли. Очуметь, да его убили уже. Так, беру еще одно. Он почти раненый, его нужно просто добить, он готов. Хорошо, возьмем РПГ и найдем уже оставшиеся. Так, больше не вижу никого, где-то перестрелка у нас идет. Я никого больше реально не вижу. Да, походу буду последним. Хорошо, наверное, будем заходить уже в полицейский участок. Хотя можно, наверное, подождать на улице, пускай они уже выйдут оттуда. И мы, конечно, их встретим очень хорошо. Так, нужно найти хорошее укрытие. Найдем укрытие, где-нибудь спрячемся. Так, крыша у нас чиста. Никого на крыше нету. Тут у нас даже есть монстр. И, наверное, просто подождем, пока они выйдут. Возможно, выйдут, а возможно и нет. Террористы решили выйти, а мы их встречаем теплая встреча. И так уже на подавление. Подходи поближе, слишком далеко. Возьмем, наверное, ПП уже. Он довольно маленький и удобно будет из укрытия стрелять. Хорошо, ребята, подходим поближе, и я вас просто реально стреляю уже вплотную. Так, я не вижу подмоги. У нас должна быть подмога, я не вижу ее. Хорошо, респаунем, ребята, помогайте мне. Идем в атаку изучать полицейский участок. Это наш полицейский участок, и мы должны его отбить. Как ингренку, наверное. Прям в толпу. Ух ты, да, там жарко. Кто-то же поджарился. Таким чуть подальше, прям в толпу. Там ребята еще вышли. Сейчас мы всех, наверное, заберем. О, как он подлетел-то. Сколько крика-то, сколько жести. Так, он готов прям в голову. Хороший выстрел. Сколько там? Их там слишком много еще. Так, вижу троих. Вижу троих. Первого сняли. Второй сняли. И третий. Нужно добить его с помощью РПГ. Сейчас по-жесткому добьем его. Ух, держи РПГшку, прям в него. Наши уже просто умерли. Да, они уже убиты. Так, нужно еще добить. Побольше РПГ туда. Так, походу все. Нужно просто добить их, контуженных. Так, тебя сняли. Реально контужены уже все. Так, кто-то есть еще. Так, вижу с левой стороны. Прикрывайте меня слева. А я прикрою вас справа. Так, походу и все. Хорошо, наверное, пойдем с правой стороны и входим в полицейский участок, будем подниматься на самую крышу. Там, думаю, есть еще много террористов. Так, чисто трупы. Трупы, сколько оружия-то? Так, еще один остался. Так, его быстренько сняли. Прямо в говешку добить его нужно. Он готов. Сколько оружия можно подобрать уже? Сколько крови-то? Сегодня довольно жесткий денек у нас. Даже обгоревшие тела есть. Хорошо, ребята, наверное, перезаряжаемся и поднимаемся на крышу. Спасаем наших уже. Поднимаемся на крышу. У нас осталось только лестница, здесь трупы, есть броник, возьмем на всякий случай. Даже неизвестно, сколько осталось еще. Террористов или бандитов. Хорошо, наверное, парочку сфотом, и, ребята, нас есть что прикроем. По лестнице нужно подниматься очень аккуратно. Ох же, сколько их туда, снимаем. Четверо сразу. Так, у меня перезарядка кончится, патроны. Их слишком много. Вот таким макаром будет быстрее и эффектнее. Так, еще один остался. Так, он мертвый. Этот мертвый еще спускается. Ребята, реально под наркоту какой-то. Они идут просто на пролом. Прямо в огонь. Там готов прям в огонь его. Так, есть еще один. Прям по ногам и сразу в голову. Так, скатился. Нужно как-то уже пройти этот огонь аккуратненько. Так, ребята, позади меня. Они реально испугались. Сколько крови на стенах. Обалдеть. Хорошо, огонь прошел, можно уже пройти. С аккуратным. О, прям в голову. Так, добить его. Добить на всякий случай. Так, перезарядку сделаем. Так, реально сложно пройти. Из-за трупов здесь сложно пройти. Приходится даже прыгать. Так, еще один. Хорошо, сняли прям в голову. Он живой еще. Так, он еще живучий. Походу у них просто броник. Поэтому слишком долго убивается. Так, прям в голову. Он просто нас не заметил. Так, еще один. О, готов. Так, возьми, наверное, дробовичок. Здесь эффектно будет дробовиком. Так, он готов. Право тоже готов. Поднимаемся выше. Пока вот третий этаж. Третий этаж. Третий этаж практически чистый. Да, третий этаж чистый. Поднимаемся на четвертый. Так, прям в голову. Какой живучий-то. Теперь точно готов. Сделаем перезарядку. И уже крыша, друзья. Мы практически на крыше. Сколько их тут-то? Так, право снимать. Ну, прям по оружию. Возможно, даже возьмем в плен его. Будем его допрашивать. Так, остался еще один. Ох, так удивился на своего напарника. Удивился, посмотрел. Тоже удивился.
И прям в мордашку вылетел в обратную сторону. Так, он пока радиешь готов. Он еще живучий. Так, еще идут? Их там слишком много, походу. Они реально не пройдут. С помощью такого дробовичка нужно кинуть гренку. Чувак, куда ты пошел? Сейчас реально будет взрыв. Тебя, походу, контузило. Контузило, так? Очухался. Все нормально, очухался. Идем зачищать крышу. Мы уже вдвоем. Мы остались вдвоем только. Ну что? На раз, два, три. Вперед уже. Так, что стоишь? Дай пройти мне уже. Сейчас попробуем пройти вот так. Маленько толкнули. Так, нормально, мы на крыше. Мы на крыше, сколько крови-то. Так, чисто. Ну, пока что все чисто. Так, все в порядке. В порядке, слишком много крови. Даже некоторые обгоревшие. Очуметь. Тут сегодня жаркий денек был. Так, крыша практически чиста, но тут есть все-таки есть еще, даже не знаю, где находится. Так, нашего сняли. Так, раненый. Даже не вижу, кто у нас. Походу, где-то снайпер. Так, не вижу снайпера. А нет, вижу снайпера с правой стороны. Так, он готов, даже не знаю, готов, не готов. Сейчас возьмем на РПГшку. Если что, конечно, его уничтожим. Нет, он готов. Да, друзья, мы зачистили сегодня полицейский участок и нашего последнего убили. Так, снизу ничего нету. Ну что, увидимся в других роликах. А с вами был Спикер и до новых встреч. Всем пока!